Хочу рассказать про стрелковую дисциплину в арминт. Стрельба ведется по мишеням размером 40 мм на расстоянии от 50 до 100 метров с шагом 5 метров. То есть мишени расставлены 50, 55, 60, 65 и так далее. Попасть нужно в каждую мишень по порядку. От 50 метров до 100 не допускается перешагивание через дистанцию. Стрельба ведется со стола. Допускается использование любых упоров, сошки, стрелковые мешки, стрелковый упор. Калибры винтовок используются от калибра 4,5 до калибра 6,35. Отличительной особенностью данного вида стрельбы является стрельба на открытом воздухе с использованием ландшафта. Многим может показаться, что это легко, но на самом деле это не так, потому что пневматика очень критично к удержанию, к спуску, к ветровому сносу, и стрельба на такие расстояния является достаточно сложной. На стрельбу влияют такие факторы, как ветер, температура, ландшафт. Например, при ветре 3-5 метров в секунду на дистанции 100 метров ветровой снос может достигать нескольких сантиметров. Соответственно, в убойную зону в 40 мм, в 4 сантиметра, мы просто можем не попасть. Для того, чтобы иметь хороший навык и уровень стрельбы, нужно достаточно часто тренироваться. Как минимум, несколько раз в неделю уделять хотя бы час или два стрельбе. При этом лучше использовать свою собственную винтовку, никаких там прокатных или арендованных. Винтовка должна быть настроена под стрелка и желательно тренироваться на открытом воздухе. Отдельно хотелось бы рассказать про прицел на винтовку для варминта. Обычно используются прицелы с большой кратностью. С кратностью от 6 до 24 крат будет оптимальным при выборе прицела. Также очень важный параметр – это отстройка параллакса. Она должна быть, ну, чуть меньше, тем лучше. Да? Существуют прицелы, у которых есть там от 10 ярдов, от 25 ярдов. Но пойдет прицел со стройкой параллакса от 50 ярдов или метров. Также хочу отметить, что, наверное, наиболее важным параметром прицела для варминта является работа механизма ввода поправок. Она должна быть четко выраженной, то есть каждый клик должен ощущаться. Когда мы меняем дистанцию, нам необходимо вводить поправку. Когда мы закончили стрельбу, нам нужно вернуть барабан в исходное положение на 50 метров. И если у нас будут нечеткие клики у барабана, просто-напросто не будем обнулять прицел и возвращать пристрелку на 50 метров. Поэтому это один из самых важных параметров прицеле. Это то, как работает механизм ввода поправок. На данную винтовку Атаман нам на тестирование предоставила прицел фирмы Nikon. Не так давно появилась новая линейка прицелов серии Black.
Это тактические прицелы для нарезного огнестрельного оружия, для высокоточной стрельбы на дальние расстояния. Хочу отметить, что этот прицел соответствует всем перечисленным параметрам ранее. У него замечательный механизм ввода поправок. Хочу, кстати, отметить очень удобную систему обнуления прицела. Достаточно просто поднять колпачок и повернуть прицел на ноль. Таким образом, прицел обнулится. У этого прицела есть подсветка, она, конечно, не столь необходима при стрельбе, но все равно приятная мелочь. Вводы поправок на барабанах существуют как в системе измерения МРАД, так и в МУА. Соответственно, и сетка соответствует этим параметрам, даже имеются отметки полумилов, что позволяет брать поправку по ветру более точную. Этот прицел замечательно подойдет таким стрелкам за счет подробной сетки. В последнее время мы тренируемся в спортивном комплексе Бисерова. Здесь есть стрелковая линия, стрелковая зона, оборудованная всеми необходимыми мишенными установками. Также есть тир 50-100 метров, где можно проверить, пристрелять винтовку, настроить баллон, которым можно заправить винтовку. Очень хорошо организована инфраструктура стрельбища, парковка, есть даже гостиница, здесь можно остаться, переночевать, если тренируетесь к каким-то крупным, серьезным соревнованиям. В эту сторону. У нас пуль куда будет сдувать? Куда ветер? Будет туда сдувать. Соответственно, мы немножечко его подготовим. Если ветер у нас будет наоборот, да. Вот этим как бы и пользуемся. А подсказка тебе это права. Причем смотри, смотри на траву и на руку, старайтесь смотреть на траву. Более правильно показывать. Тут классно тренироваться, прям видно, где пуля летит. Мишка, ну что, видел? Да, видел. Что было выше, ниже, куда? Ниже. Ниже? Ниже и правее.